Движение на федеральных трассах Волгоградской области, нарушенное из-за снегопада, накрывшего регион в минувшие выходные, осуществляется в штатном режиме. Сегодня днем силами спасателей, сотрудников ГИБДД был ликвидирован последний затор из большегрузов в Камышинском районе. Снегопад, перешедший в метель с сильными порывами ветра, существенно осложнил ситуацию сразу на нескольких федеральных трассах региона – Волгоград-Москва и Волгоград-Саратов-Сызрань. На наиболее проблемных участках в Михайловском, Камышинском и Дубовском районах было ограничено движение большегрузов. Причем, как отметил начальник регионального управления МЧС, обстановку осложнила еще недостаточно оперативная работа дорожных служб. Ранее неудовлетворительную работу дорожных служб не провели тот комплекс превентивных мероприятий, которые они обязаны были провести. И с большим опозданием среагировали на ухудшение дорожных условий. Всего же в российские магистрали было задействовано более 200 человек и около 100 единиц техники. В район 17-го километра трассы Волгоград-Москва были направлены два снегоболота хода «Бобр». К ночи 31 марта снегопад прекратился, и ситуация в основном стабилизировалась. Движение легкового транспорта осуществлялось без ограничений, а большегрузам на спусках и подъемах, которыми богата трасса Волгоград-Сызрань, помогала тяжелая техника. Несмотря на то, что 31 марта в Волгограде и области было относительно тепло и солнечно, синоптики предупреждают о новом ухудшении погоды. Во вторник, 1 апреля, территорию Волгоградской области с дождями, переходящими в мокрый снег, пересечет очередной атмосферный фронт. Но если 1 апреля в первой половине дня еще в Волгограде воздух успеет прогреться до плюс 6-7 градусов, то вот уже в среду по мере отхода фронтального раздела погода будет успокаиваться, осадки постепенно прекратятся, но температура понизится, и 2 числа в Волгограде будет уже не выше плюс 4-5 градусов. Во второй половине недели синоптики осадков не обещают. Возможны ночные заморозки, а днем воздух будет прогреваться до плюс 3-8 градусов. К выходным вновь вероятно дожди, а окончательно тепло в регион придет, по прогнозам, во второй декаде апреля.